Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Кто еще не знаком со мной, меня зовут Дарья. Я мама особенного 4-летнего мальчика Давида. На своем канале я делюсь своей жизнью, нашим опытом воспитания особенного ребенка, также нашими реабилитациями, которые мы проходим в Украине. Итак, сегодня видео будет о реабилитационном центре в городе Винница. Это государственный центр комплексной реабилитации детей-инвалидов. Честно говоря, не собиралась снимать отдельное видео про этот реабилитационный центр, но после того, как я выпустила видео о наших реабилитациях в Украине, одна мамочка в личных сообщениях мне написала о том, что можно проходить бесплатную реабилитацию в этом центре, и то, что их нигде не брали, так как у них хэппи-активность, и в этом центре их взяли, и она очень рада, я за нее очень рада, она мне писала благодарность за то, что я подсказала, поэтому решила снять отдельное видео. Возможно, другие мамы тоже не знали, что можно попасть в этот центр абсолютно бесплатно, там пройти достаточно хорошую реабилитацию. Итак, как попасть в этот центр? Нужно пойти в соцзащиту, написать заявление, собрать документы. Сама соцзащита отправит уже пакет ваших документов. В центре рассмотрят документы и решат, смогут ли они помочь вашему ребенку с определенным диагнозом. И уже позвонят и скажут вам, берут они вас или нет. В этом центре можно получить психолого-педагогическую реабилитацию. То есть это будет занятие с психологом, логопедом, дефектологом, арт-терапия, музыкотерапия, игротерапия. Затем, естественно, физическая реабилитация, массаж, ЛФК, система Джео, локомат, гравистат, беговая дорожка и также гидрокинезиотерапия. Также у них есть медицинская реабилитация, это теплолечение, то есть нам делали на ножке азокерит, электролечение, ароматерапия и физиотерапия. И также социальная реабилитация. Подробнее вы сможете прочитать у них на сайте. Я оставлю ссылочку в описании под видео. Если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди ждет вас очень много интересных и полезных видео. Нажимайте колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. И также не забывайте поддерживать нас пальчиком вверх. Сейчас предлагаю вам посмотреть отрезки видео, которые мы снимали во время реабилитации. Качество этих видео, конечно, не очень, так как мы снимали на телефон для себя. Но все же, думаю, вам будет интересно. Приятного просмотра. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.